Всем привет, дорогие зрители моего канала, и вы на канале Юмака. И сегодня я озвучиваю мини-фильм «Папина дочка». А ты перед началом данного видеоролика подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ну а мы начинаем. Однажды были очень милая пара. И они поженились. Я всегда буду любить тебя. Я тоже. Прошло 3 года, у них родилась маленькая девочка, ее звали Эмма. Она моя дочка! Нет, она моя! Папа! Ты сказала папа? Папа! На следующий день все было ужасно. Эрик, папа, ждал свою жену. Ждал час. 8 часов. Не плачь, доченька. Алло? Здравствуйте, Эрик. Ваша жена Келли умерла. Зачем? Зачем ты нас бросила? Через 7 лет. Эми 7 лет, Эрику 37. Ты уже взрослая, идешь в 1 класс. Что случилось, милая? Ты обещал, что мама придет сегодня. Но она сегодня не пришла. Эмма, мама придет, она просто очень занята. Ура! В школе. Привет, я Эмма. Давайте дружить. Привет, давай. Меня зовут Бри. Его зовут Ян. Эмма и Бри стали лучшими подругами. После школы. А пошли ко мне в гости. Давай. Эмма, я пришел. Папа, смотри, у меня есть подруга. Здравствуйте, папа Эммы. Она так похожа на Келли. Пошли, девочки. Вы тут играйте, я сейчас приду. Он какой-то странный. Зачем ты ушла от меня? Я всегда буду любить тебя. Вечером. Доченька, что ты делаешь? Я готовлю для тебя. Ты что, готовишь? Тебе же нельзя готовить. Ненавижу тебя. Чё? Она в 1 классе, какой готовить? Ну, ладно. Окей, дурка. Эмма, прости меня, пожалуйста. Я тебя давно простила. Господи. Утром. Какие же все-таки дети просто. Нужно сказать Эмме. Эмма, просыпайся. Доброе утро, папа. Что случилось? Одевайся, мы пойдем в парк. Ура! Эмма, ты готова? Конечно! В парке. Подружка! Здравствуйте, мистер Эрик. Где это я? Ты рядом со мной. Я скучала, дорогой. Папа! Что случилось? Ты самый плохой папа! Ты не сказал Бри привет! Теперь она не хочет со мной дружить. Стой, ты куда? Подальше от тебя! Она права, я самый ужасный отец. Что? Уже закат, где же папа? Эмма!
Папа! Папа, прости меня, пожалуйста. Это не твоя вина. Ночью. Папа. Да, доченька. Можно я буду спать с тобой? Мне там очень страшно. Конечно, доча. Через 7 лет Эми 14 лет, ну а папе 42. Папа, сегодня я красивая? Конечно. Спасибо, пап. Я теперь пошла в школу. В школе. Не говори Эми. Конечно, зайчик. Пошли туда. Блин, теперь я должна искать Бри. Может, Бри в туалете? Предатели. Эмма, что случилось? Не твое дело. Каждый день был кошмаром для Эммы. Эрик переживал за Эмму, но он не выдержал это. Как не выдержал? Что не выдержал? Нет. О боже, папа! Доктор, что с ним? Простите, но мы не смогли его спасти. Папочка, прости меня, пожалуйста. Я была ужасной дочкой. Конец. Ну я не хочу такой конец. Ну блин, ну чё, какой конец? Ну почему? Почему я, блин, почему? Почему я должна страдать? Почему я должна страдать? Класс, вообще супер. Вот любят люди просто делать грустные мини-фильмы. Ну да, без них люди бы и не жили. Ладно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Конечно же, вам не понравилось. Угу, я же знаю. Я прям чувствую, как вы будете рыдать в комментариях. Ладно. Я не хочу такой конец. Вообще, по-моему, вроде бы она попадает в детдом, если ей как бы 14 лет, да, и у нее нет ни мамы, ни папы, значит, вроде бы она попадает в детдом. А может быть, автор захочет сделать вторую часть, и она там попала в детдом, и там этот... новая семья, новый папа, она любит другого папу. Не знаю. Ну, просто я не хочу такой конец. Почему? Вот Насте надо всегда озвучить какие-либо грустные мини-фильмы, да, чтобы потом рыдать за камерой, да? Салфеточка, просто пипец. Господи, за что? Папа, кстати, был красивый. Это все, что я смогла, блин, просто. Просто, ну, на... Короче, вы поняли. Я надеюсь, вам, ну, понравился. Конечно, вам не понравилось, да? Всем спасибо за просмотр этого видеоролика. Спасибо, что подписался на мой канал. Спасибо, что поставил лайк этому видео. И спасибо, что оставил свой комментарий. Ну и всем спасибо. Спасибо, что ты есть. И всем пока.